Добрый вечер, уважаемые коллеги. Пресс-конференция главных тренеров команд. Первое слово гостям. Сергей Орешкин, пожалуйста, несколько слов и БГ. Добрый вечер. Победа всегда. Хорошая атмосфера. Хороший хоккей, быстрый, интересный. Потому что момент, может, нам опять не реализовать. Спасибо большое. И главный тренер СКА Олег Наров. Ну, для нас была очень тяжелая игра. Наша поездка на Дальний Восток очень тяжело было ребятам, конечно, это сказывается, но так, доволен, с победой, всем спасибо. Спасибо, и вопрос, пожалуйста. Олег Валерьевич, несколько слов об игре Зуба. А еще вопрос, пожалуйста. Олег Валерьевич, Чудинов играл. Дали отдохнуть. Если можно, вопрос, Сергей Ильич. Вам правда, что Миронова тяжелая травма? Что? Миронова тяжелая травма, что у него разбит. Надолго? Неизвестно. Есть еще вопрос, коллеги? Есть, да? Если нет, спасибо большое.